И начнем выпуск с новостей из-за границы. Делегация правительства Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым сегодня работает в Китае. В Харбине уже состоялась встреча с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэлунцзян господином Чан Цинвэем. Обсудили перспективы развития межрегионального совета. Дмитрий Миронов отметил, для увеличения российско-китайского товарооборота необходимо создать инвестиционные фонды. Кроме того, до конца этого года будет открыт центр подготовки и консультаций руководителей регионов России и Китая. Новая площадка поможет укрепить сотрудничество двух стран. Что касается Ярославской области, то с Китаем уже есть совместные успешные проекты, подчеркнул губернатор. Один такой яркий пример такой работы и такого сотрудничества – это строительство на территории области парогазовой установки мощностью около 500 мегаватт. С участием крупнейшей китайской компании. Очень важно отметить, что объемы торговли Ярославской области и Китайской Народной Республики растут. Так, в прошлом году по сравнению с 2016 годом рост импорта составил более 21%, а рост экспорта порядка 18%.